Одних только песен за эту войну сколько насочиняли. Да. Дружба дружбой. Все. Лейтенант опять рацию гоняет. Лейтенант! Что там нового? Войска Первого Украинского фронта продолжают развивать наступление. Деревня с деревни освобождают, а мы все в резерве. Стратегия. Куда торопиться? О. Не мучься. Умные речи. Тише будешь, дальше едешь. Уж приятно. У тебя масло течет. Вода. Командиров машин, к обаду! Лейтенант!
Поднимайся, живо! Домешек! Да. За старшего. Ясно. Щербак. Я. Замерь масло и вообще, чтобы все было в ажуре. Бянкин на кухню, я пошел. Пилотку! А где она? Вот. Слышь, Шось. За рубаху не лей! Да я говорю, командир у нас. Хлебнем мы с ним. Мой первый командир такой же был. А теперь он полком командует. У меня тоже был командир. Один из тысяч, я и бог. Хороший был мужик. Добрейший души человек. Бывало, построит нас и начнет крыть. Разными выразительными словами, а в конце еще прибавит, вот брошу пить. Давай. Возьмусь за вас. Он что, много пил? Да не больше других. Просто у него поговорка такая была. Давай. Ах, какой был мужик, ужас. А погиб глупо. Давай. От шального снаряда. Как схоронили его на передке. У нас в окружении тоже одного убило. Мешком. С гороховым пюре. С самолета сбрасывали. Наповал. Злоунек на войне. Гриш, пойдешь на кухню? Пойду. Осип. А у тебя дети есть? Нет. Не женат, что ли? Что ж так? Долгая история. Вот после войны вернусь в свою деревню и женюсь на сосед. Он лейтенант идет. Почему сидите? Встать! Где Щербак? На кухню пошел. За завтраком. Я вас не спрашиваю, ефрейтор Бянкин, зачем он пошел. Я вас спрашиваю, почему он пошел, а не вы. Сержант Домешек, перестаньте корчить рожи и отвечайте на вопрос. Не могу знать, товарищ гвардии младший лейтенант. Сколько раз я запрещал отлучаться от машины водителю и наводчику? Почему не выполняются мои приказания? Я вас спрашиваю. Почему? Уж больно Гришка любит ходить на эту самую кухню. Любит. Вам все шуточки. А дело серьезное. Через час выступаем. Вот КНЗ выдали, товарищ лейтенант. А чтоб два раза не ходить, я вот у повара коробку выбросил. Молодец. Так, это вам. Держи, Осип. А тебе ничего. Молчит твоя Одесса, мама. Черт, кто знает, куда она девалась. Вчера ты, помнишь, была? Кажись, была. Может, под машиной слазить? Не надо, я сам. Чего ты ждешь, ешь? Кто мою ложку под каток сунул? Я, наверное. А что ж ты сразу не сказал? Забыл. Забыл. Вещи ты все забываешь. Я тебе приказывал не шляться на кухню. Это ты тоже забыл? Встать, разглядяй, когда с тобой командир разговаривает! Отвечай, зачем ходил на кухню? Я же приказывал. Приказывали, а Бянкин говорит, что кто здесь командир? Я или Бянкин? Вы. Ну, конечно, вы, лейтенант. Ну, давайте суп рубать, ей-богу, остынет же. Смотри у меня, Щербак.
Ты бы, говоришь, умылся. Ужас, на кого похож. Комбат мне за тебя замечание сделал. Ну, чего стоишь? Ладно, умоюсь. Неприкосновенный запас. Товарищ лейтенант. Уставу не положено. Эх, лейтенант. Не ровен часу убьют. Так зачем добру пропадать, а? А не убьют, так проживем как-нибудь. Ну, лейтенант. Лейтенант, а? Товарищ лейтенант. Да что там? Не слабовато? Да что вы, лейтенант. До Берлина дойдет. А лучше, когда снаряд попадает в мотор. Да, это хорошо. Машине конец, а экипаж цел. Я уж горел. Я тоже. Щербак! Чего? У тебя все готово? Готово. Масло проверь. Ладно. Пробега. Миш, слыхал я, выдумали новую броню, особый сплав. Сталь с резиной. Говорят, снаряд отскакивает, как мячик от стенки. Да. Не врут, а? Врут. Убери ухо. А жалко. Ты чего сидишь? Ну, погоди, ты меня выведешь из терпения. Фу, черт. Что? Да масло ниже нормы. Видать, манометр того. Заливай. У тебя, Бенкин, все готово? Мои снаряды всегда готовы. Домешек! Где домешек? Домешек! Домешек! Что с тобой? Это что? Чека от гранаты. А граната? В сумке. Что же она? Не взорвалась. А? Наверное, предохранительный рычаг прижал. Что же теперь делать? Там же их 6 штук. А снаряды? То пойдет. Сержант Домешек. Я сам, понимаешь? Сам. Лейтенант, давайте все. Лучше я. Стоп, это один ответ. В какой она сумке? В левой, кажется. Кажется, кажется, нужно точно знать. Thank you.
Лейтенант, забрось ее в кусты. Нельзя, опять батареи ЧП припишут. Надо чеку на место вставить. Где она? У кого? Вот. Давай, раздвинь пальцы. Сейчас. Вот. Вот. Все. Нет. Все. Все. Вот. Готово. Давай. Не могу. Что так? Боюсь. Что ж, так и будешь с ней ходить. Давай, давай. Ой. Вот она. Голубушка. Мог бы эту самоходку сделать. Мог бы, мог бы. Я все позабыл. Я как бревном по башке ахнула. А я знал, что не взорвется. Что случилось? Лопнула тяга левого фракциона. Почему лопнула-то? А черт ее знает, почему она лопнула. Да что ты, Гришку, угробить, что ли, мне хочешь? Подумаешь, тяга. Один секунд, лейтенант. Что там у тебя? Лопнула тяга. А куда ты раньше смотрел, болта? При чем здесь болта? Что, я виноват, что она лопнула? Конечно, виноват. Виноват, виноват. Перестань ты казнить меня, тут делов-то на полминуты. Скоро там? Сейчас, сейчас, сейчас. Ключ на 17 дай. Держу. Ребята, скорее. Один секунд, лейтенант. Комбат. Почему стоим, товарищ младший лейтенант? Тяга лопнула, сейчас починим. Какая тяга? Левого фракциона, машина не новая. А вас не спрашивают, товарищ фрейтор. Ни у кого не лопнула, а у Малешкина лопнула. Уже едем, товарищ капитан, уже едем. Товарищ капитан, если разобраться... Разговоры! Ну и командир навязали на мою голову. Товарищ капитан! Обратись по форме. Если вдуматься, так неизвестно, кому кого. Навязали. О чем задумался, лейтенант? Да так, Миш, ужасно все плохо. Не унывай, будет еще и хуже. Будет. Готов, поехали. Заводи. Да, но тут взорван мост. А саперы уже работают. И в полутора километрах по течению разведан брод. Вот как раз в этом районе. Тихо вы, черти! А откуда? Она мне фотографию прислала. А у моста через Быструю разрушен всего один проект. Матери, небось, ни копейки не послал. А какой-то трясогузке всю зарплату. И чего, товарищ подполковник? Полгода осталось. Тихо. Начальство идет. Товарищ корпусной генерал, полк в полном составе к маршу готов. Отправь головной убор, раскильдяй! Валя! Ну что, 50 годам Малешкин вполне может быть генералом. Пусть лучше этот генерал расскажет, как он из машины гранату доставал. А зачем он ее доставал? А он мне не докладывал, товарищ полковник. Чека выскочила. Как выскочила? Наводчик полез в сумку проверить гранаты. Только дотронулся, она и выскочила. Я залез в самоходку, нащупал эту гранату, и мы вставили чеку, вот и все. Как же чека выскочила? Ну, во время движения машины трясет. Усики разогнулись, вот она и выскочила. Капитан Сергачев, почему сразу не доложили?
Но я не придал этому значения, товарищ полковник. А Малешкин придал этому значение. Мне доложил не Малешкин, а заряжающий. Малешкин, почему не доложили комбату? Почему молчите, Малешкин? Он боится комбата, товарищ полковник. Капитан Сергачев грозится снять его с машины. Снимать командира с машины я не имею права. Я имею в виду, товарищ полковник, подать вам рапорт, что младшего лейтенанта Малешкина убрали с батареи. Я подам рапорт после боевых действий. Почему? Ну, вы же сами видите, что за командир Малешкин. И я вас спрашиваю не о причинах, капитан. Я спрашиваю, почему вы хотите снять его после боя? Вы считаете, он плохой командир? Так точно. Тогда почему же вы с плохим командиром идете в бой? Странная логика у капитана Сергачева. Командирам машин разойтись по экипажам. Снять с гранат взрыватели и впредь держать их отдельно. Комбатов прошу остаться. Чего ты? Снимут меня Пашка с машины. Снимут, как пить дать. Придет Сергачев. Собирай Малешкин манатки. Дуй в резерв. О, нашел о чем горевать. Тебе хорошо, говорит, ты все повидал. С шестью тиграми дрался, а я вот их только подбитыми и видел. Чего не торопись. Встретишь и ты своих тигров. Век бы их не видеть. Да, встречу. Запрет Сергачев в резерв. Только я того, что насиделся. После училища 3 месяца ждал машину и экипаж. Вон война уж. Скоро окончится. Я еще ни разу в бою не был. Приеду домой, спросят. Слушай, Сань, как ты решился полезть за гранатой? Я бы никогда не полез. Ни за что бы не полез. Это ты такой смелый. Смелый. Только с машины все равно снимут. Что-то надолго остановились. Пока стоим, повара могли бы кашу сварить. Только разве эти чмошники пошевелятся? А командир-то наш ничего. Не из трусливых. Я бы тоже пошел. Да? А у самого от страха шары на лоб повылезли. По-дурному погибнуть дело нехитрое. Шары. В бою посмотрим. А Щербак не подведет. Машина как ласточка будет носиться вокруг этих тигров. Дай бог доехать до них. Ты что, думаешь, на этой проволоке далеко уедем? И уедем. У первого же танка сниму тягу и поставлю. Ну, сходил бы в техчасть. Сходил. Взял бы эту тягу, давно поставил бы. 2 часа уже стоим. Вообще-то, Гришка, не получится из тебя путного водителя. Не получится. О, лейтенант, долго еще стоять-то будем? Не знаю. Ну? Давай. Миша, сними с гранат взрыватели. Приказ командира полка. Есть. Лейтенант, что с вами? Так, ничего. А что? Да вы как будто не в себе. Ты доложил комбату о гранате. Я. Осип, барашки подтянуть? Я сам. Ладно. А что? Что-нибудь случилось? Да нет, ничего. Правильно сделал. Лейтенанта Безумцева к начальнику штаба! Лейтенанта Безумцева к начальнику штаба! Лейтенанта Безумцева к начальнику штаба! Ты-то чего орешь? Там же никого нет. Скучно. Лейтенант, добьем НЗ, а? Добивайте.
А вы? Я не хочу. Гришки оставьте. Ребята, я тут! Сан Саныч, как вы себя чувствуете? Спасибо, хреново. Взрыватели с гранат сняли? Сняли. А где твое доблестное войско? Там НЗ добивает. Ну, если через час не тронемся, посылай на кухню за обедом. Ладно. Не ладно, а есть. Товарищ гвардии, младший лейтенант. Я назначен комбатом вместо Сергачева. Есть, товарищ гвардии лейтенант! По коням, славяне! По машинам! Поздравляю, товарищ комбат! Ребята! Звони! Ночуем в этом селе. А? Малешкин! А? Видишь две хаты? Ага. Занимай вот ту с вишенником. Ага. И гляди, чтобы все было в порядке, ясно? Ясно, товарищ лейтенант. Давай. Старший лейтенант Селиванов поставили. Стой, стрелять буду! Я тебе так стрельну, что штанов не удержишь. А ну, пусти свой автомат. Ось, зовут? Ось, ну он тут при чем? Связываться с тобой. В какой части? Трофейщики мы. Всякое барахло собираем. Ну и что ж, вы трофейщики против нас, самоходчиков? Ничего не знаю, Селиванов тут ночует. Может, пойдем в другую хату? Пошли, ребята! Наверное, здесь поп живет. Че ты так думаешь? Воском пахнет. Рыбак твоего Симеона. Ужас, как боюсь покойников. Вот такие мурашки по коже. Я сам их боюсь. Черт старый, нашел время помирать. Чего ты решил, что он старый? А что ты думаешь, что он над комсомольцем, что молитву читает? Эх, вы, квартирьеры, покойник испугались. Я лучше под дождем спать буду, чем с покойником в одной хате. Еще говорят, на Украине мало дождей бывает. Командир, долго еще будем мокнуть? В конце концов, эта хата нам отведена, и старший лейтенант не имеет права нас выгонять. Пошли, Щербак.
Ну что? Давай! Да прекратите же безобразничать! Эй, танкисты! Глуши свою душегубку! В хате не продохнуть! Кто там? Так я часовой! Товарищ младший лейтенант! Старший лейтенант Селиванов просит вас в хату на приговоры! Сидим мы как-то с хозяином и сапоги шьем. Вдруг открывается дверь, и вваливается немецкий унтер. Морда лошадиная, а сам тощий, как копченый. И сует нам сапоги с оторванной подметкой. Хозяин берет, начинает приколачивать. А немец уставился на меня и говорит: «Ду биствер». Я растерялся и не знаю, как ему отвечать, по-русски или по-немецки. Да, а он стоит и опять на своем. «Ду биствер». Но я ему объяснил кое-как, что я, мол, родственник сапожнику. Немец только хитрый попался. Стал фотографии на стене рассматривать. Надо же. Всю комнату обошел. Подходит ко мне и тычет пальцем прямо в грудь. «Ду биствер». Гляжу уже, автомат с плеча снимает. Ну, думаю, Мишка. С добрым утром, товарищ командир. С добрым утром. А где этот старший лейтенант? А, чуть свет не завтракавший укатил. Ну, а потом что? Ну, а потом-то что? Я тут сижу, ой, с добрым утром. Сижу, картошечку чищу, а он там. Где? На том свете. А муж ваш где, Антонина Васильевна? Где же мы быть? Воюет. Как ушел в 41-м, так ни разу не откликнулся. Ну, если живой, откликнется. Дай-то Бог. На край деревни, а грязище по уши. Нечего было таскаться такую даль. Чтобы мы вас не накормили, что ли? Правда, Тань? Конечно. Ставь сюда, Миша. Сюда? На середку? Да, на середку. Картошку не забыл посолить? Что это, Миша? Ставь сюда. Прошу. Проходи, Гриша, проходи. Садись, Таня. Одну минуточку. Слева.
следующий раз ты пойдешь на кухню. Спасибо. Здравия желаю, товарищ полковник. Просим к нам за стол, товарищ подполковник. Чем вас тут угощают? По-домашнему. Садитесь. С удовольствием. Проходите, товарищ подполковник. Как величать-то вас? Антонина Васильевна. А меня Тимофей Васильевич. Выходит, мы тезки. Наполовину. Пожалуйста, товарищ подполковник. Я не пью, ефрейтор. Выпейте, товарищ подполковник, с экипажем. Ну, уважьте. Немножко, товарищ подполковник. Уважьте. Разве немножко? Как говорят пьяницы, повод есть. Ну, хлеба дать. Спасибо. Еще чего? Картошки положить. Угу. Давай. Товарищ подполковник. Проголодались, наверное. Что, заметно? Правильно. Как встал, так пошел по экипажам. Они по всему селу разбросаны. Батарея от батареи за километр. Точно. А мне уж 60-й, бегом не получается. Правильно. Вот за это надо и выпить. За то, что я 60-й разменял? Конечно. Конечно. Уберите, уберите, старшина, чтобы глаза мои не видели. Балуете вы их, Антонина Васильевна? Так они ж гости, Тимофей Васильевич. Сколько мы вас ждали. А потом хлопцы уж больно хорошие. Нравится? Очень. Спасибо за угощение, Антонина Васильевна. На здоровье, Тимофей Васильевич. Малешкин, проводите меня. Ребята твои сейчас, наверное, за бутылку принялись. А ты побудь со мной. Выпьет и пойдешь. Оставь, товарищ полковник. Водка вообще гадость. А пить ее с подчиненными вдвойне гадость. Если хочешь быть настоящим офицером, прекрати. Так водку дают, положено. Что положено? Разве я тебе о тех 100 граммах говорю? Хотя их тебя пить никто не заставляет. Еще Аристотель сказал, пьянство – добровольное сумасшествие. Знаешь, что такое Аристотель? Слыхать слыхал. В школе, кажется, проходили. Сколько же ты классов окончил? Садись. 8. И в 9-м учился, потом бросил. Почему? Война началась, всех трактористов на фронт взяли. Я и пошел на трактор. Да. Ничего, Малешкин, учиться никогда не поздно. Ну ладно. Пришел приказ передать все батареи нашего полка танковым частям. Ваша батарея уходит в распоряжение полковника Дея. Полковника Дея? Да, полковника Дея. Нас извлекут из-под обломка, поднимут на руки каркас и залпы башенных орудий. Последний путь проводят нас. И полетят тут телеграммы родных, знакомых известить, что сын их больше не вернется и не приедет погостить. Что сын их больше не вернется и не приедет погостить.
заплачет мать-старушка, слезу рукой смахнет отец, и, дорогая, не узнает, какой танкиста был конец. И, дорогая, не узнает, какой танкиста был конец. И будет карточка пылиться на полке пожелтевших книг в танкистской форме при погонах, и ей он больше не жених. В танкистской форме при погонах, и ей он больше не жених. Может, Саня, мы с тобой последний раз разговариваем? Дело тебе предстоит нелегкое, но я в тебя верю. Спасибо, товарищ подполковник. Счастливо тебе. А водку с экипажем ты все-таки не пей. Я ее совсем не буду пить, товарищ подполковник. Ваша доля, лейтенант. А чего ее нюхать-то? Правильно. Оп, и в дам. Это не самогонка, а слеза Христова. А... Вот так. Понятно? Понятно, товарищ гвардии младший лейтенант. А мы ему больше всех налили. А как же иначе? Он же наш командир. Кто вам дал право обсуждать мои действия? А никто не обсуждает. Прекратить разговоры! Слушай боевой приказ. Мы придаемся танковому полку. Все 40 километров марша придется идти на предельной скорости. Всякое отставание будет рассматриваться как трусость. Если машина будет плохо подготовлена, пеняйте на себя. Понятно? Понятно. Грязище-то на ногах. Чем занимаемся? Да. Работаешь как зверь. Чистишь машину, как проклятый. А другие ее только загаживают. Это кто другие? Паразит. Что? Помпотех, гад, на ветоши экономит. Нашел, на чем экономить. А если мне командир будет рацию гонять, аккумуляторы сажать, мне придется помпотеху доложить. Да. Чей противогаз валяется? А, это гвардия младшего лейтенанта Малешкина. Перекур. Ну, не мучайся же ты. На, да не будет ничего. Ну и похмель. Трофейная. Такую бы невесте на свадьбу. Вместо обручального кольца. Хоть заброшу. Ты что, обалдел, что ли? Дай сюда. Видел? Видел. Вот больше не увидишь.
Покурим моих. Комглих. Чего-чего? Комглих, это по-немецки значит сейчас. Похабель. А ты, Домишка, хорошо немецкий знаешь. Кстати, Мишка, а почему тебя в офицерское училище не пошли? Ссылали, приняли, а потом выгнали. Почему? Потому что я сугубо штатский человек. А что, из института тоже выгнали? На фронт ушел со второго курса. А я в школе не взлюбил немецкий с самого начала. Немку ужас как изводил. Мне за это на 10 дней школы исключили, а отец выпорол. Правильно сделал. Я с тех пор фрицев готов душить собственными руками. Ну, виноват я с этой водкой, виноват! Вот, а нам, думаешь, не обидно? Ты ж ее в помойное ведро, свиньям. Мог не пить, но не выливай же. Ладно, ставим на этом точку. Ставим. Ну. Олежкин! По местам, заводи, Гриша. Четверки. Ну чего стоим? Чего орешь? Куда ехать-то? Да. Уставились. Не знаю, броду. Соваться, как эти сунулись.
где же ребят-то похоронили? Да им уже все равно где. Да. Странно. Едем, едем, ни одного выстрела. Вот это хуже всего, когда стреляют на душе спокойно. Не доехать нам до этой Соколовки. Организуют быстро сам фон Бук одесским бургомистрам. На Украине фашисты власть организуют быстро сам фон Бук одесским бургомистрам. И помощник оружия по ему. И фон Бук отправился в тюрьму. Эй, блатные арестанты, вы на этот счет таланты, кто ко мне желает пойти танты? Эй, блатные арестанты, вы на этот счет таланты, кто ко мне желает пойти танты? А вот на прилетает Ванька с выдох. Смерть мир я больше не привык. Но вы, фашисты, вы погибли все одной минуте, шиты будем мы работать с нами. Привет, ребята! Славяне! Глянь! Самоходы притащили! А на что? Для поддержки! Для поддержки чего? Штанин! Привет, самоходам! Самоходку танк любил, в лес гулять ее водила. Такого романа вся рощь и не ломана. Эй, Гриша, дорогой, где нас звали? Здорово, Резо! Живой! Как видишь, ползаю! Ну и будь бы так сразил у самогона! А это другая система! Слушай, а где Володька Муравич? В госпитале. Эй, ранен, значит? Привет самоходам! Привет танкистам!
Что встал в резон? Дружка встретил, товарищ старший лейтенант. Потом поговорите. Поехали! Видал? Видал. Давай, Щербак! Товарищ младший лейтенант, отделение автоматчиков в количестве 10 человек прибыло в ваше распоряжение. Товарищ младший лейтенант, полковник Дэйв. Миша, займись десантом. Куда? Куда? Назад! Кто у вас, командир? Ефрейтор Шугинян. Построить. Слушаюсь. Становись. Становись! Давай, давай. Равняйся! Смирно! Товарищ... Сержант. Сержант, отделение по вашему приказанию построено. Здравствуйте, товарищ солдаты. Здравствуйте. Поздравляю вас с прибытием в славный гвардейский экипаж младшего лейтенанта Малешкина. Что, разучились отвечать? Когда вас приветствует командир в строю, вы должны выразить восхищение. И бурную, я бы сказал, радость. А как солдат выражает бурную радость? Он ее выражает громким, троекратным ура. Хорошо, что тебя из офицерского училища турнули, а то б ты, солдат, 5 шкур драл. С тебя б я и 10 содрал. Я б тебе содрал. Итак, поздравляю вас с прибытием в славный гвардейский экипаж младшего лейтенанта Малешкина. Ура! 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 Фамилия? Громыхало. Голосистый. У нас в деревне все голосистые. Ага, товарищ командир. Откуда ты? С Подмышки. Откуда? С деревни Подмышки Рязанской области. Ага. Воевал? Еще нет. Кто еще нет? Вот этого как раз и не хватало нашему славному гвардейскому экипажу. Итак, что вы должны и чего вы не должны? Вы должны выполнять беспрекословно все приказания экипажа. Чистить машину, заправлять ее горючим, загружать снарядами, охранять, защищать ее, как мать родную. Ну и, конечно, уже нести всю караульную службу. Понятно, да? А чего мы тогда не должны делать? А вот не должны вы пререкаться, возмущаться, улыбаться. А что происходит, а? Цирк. И вообще не должны критиковать наш славный гвардейский экипаж. Разговорчики! А сейчас будем тренироваться в посадке на машину. Куда? Назад! Шагинян, слушай, я очень строгий. Решительный человек. Я очень добрый и мягкий человек. А поэтому прощаю батарее полчаса опоздания. Разрешите, товарищ полковник. Все, комбат, в бою минуты не прощу. Вон за тем лесом в 6 километрах, Соколовка. Крупный опорный пункт немцев. У меня категорический приказ командующего взять Соколовку. А там танки эсэсовской дивизии «Мертвая голова». Батальон «Тигров», а может и больше, кто их считал. Данные разведки очень приблизительные. Дегтярев! Я! У тебя все готово? Так точно, товарищ полковник. Буду через 5 минут. Слушаюсь. Ваша задача, комбат, огнем и гусеницами поддержать атаку моих танков. Понятно, товарищ полковник. Сиди. Карту. Прошу поближе.
Это Соколовка. Видите? Исходный рубеж, западная опушка леса. Быть на исходном в 4.00. Рубеж атаки, высота 276.0. Начало атаки, красная ракета. И запомните, комбат, самоходки должны следовать за моими танками в 100 метрах. Это не по уставу, товарищ полковник. Мне тоже как-то доводилось изучать устав, товарищ гвардии лейтенант. И там тоже нигде не записано, чтобы мы 10 машинами вот так в лоб атаковали танковый батальон. А они нас встретят из-за хат, из-за 200-миллиметровой брони на прицеле и будут нас расстреливать на чистом месте, как кроликов. Кролик хоть спрятаться может, а мы не имеем такого права. Мы должны атаковать и во что бы то ни стало выбить эсэсовцев из Соколовки. 100 метров комбат и ни сантиметра больше. Понятно? Так точно, товарищ полковник. Вот так. Вот так. Ребята, не прозевает сигнал к атаке. Не прозеваю. Ну как? Громыхало из подмышки. Боишься? Немного трясет, товарищ сержант. Не дрейфь. Чуть что, сигай с машины и в траву. Как тетерка. Как тетерев косач. Предупредил? Предупредил. Прицел обычный, 800? Ну, прямой. Понял. Готово. Альха, Альха, я Сосна. Как слышите? Прием. Чего стоим, чего стоим? Альха, я Сосна. Как слышите? Как слышите? Прием. Сосна, Сосна! Я Альха! Слышу вас хорошо! Прием! Альха, я Сосна, почему молчите? Прием! Сосна, Сосна! Я забыл переключить рычажок! Слышу вас хорошо! Прием! Как же ты будешь держать связь в бою, если на исходной не можешь? Пора. Ракета, лейтенант! Гриша, вперед! Ваня, не отставай, держи дистанцию!
Щербак! Нельзя стоять, а то и нас тоже! Товарищ полковник, правый фланг напоролся на мины. Давайте сигнал к отходу. Щербак! Вперед! Ну чего ты стоишь-то? Застрелю! Ты что, оглох, сукин сын? Вперед! Спасибо, говорят! Вперед! Гриша! Гриша! Лейтенант! Спокойно, спокойно! Спокойно, ребята, мы сейчас. Гриша, заводи. Псих. Самоходчик. Я сам вижу, что самоходчик. Фамилия. Почему он не в самоходке? Почему он бежит? А ведь так за дымом он проскочит. Ей-богу, проскочит. Значит, на левом фланге мин нет. Младший лейтенант Малешкин, товарищ полковник. Давай, Малешкин! Молодец, Малешкин! Жми, Малешкин! Лейтенант! Лейтенант! Садитесь, я сам поведу! Хата какая-то. Надо разведать. Давай я скажу. Товарищ танкист, у вас курить нету? Громыхало. Что ж ты не спрыгнул, как тетерка? Струхнул малость. Пойдешь в разведку? Может быть, я все-таки пойду? Экипаж должен находиться в машине. Посмотри, что там за хатами делается. Давай. Ну, идти, так идти. Черными крестами. Где? Вон там. Много? Не знаю. Кажется, два. Кажется. Считай, что разучился. Боялся, что вы увидите. Еще чего? Лейтенант, давай я схожу. Ничего ходить. Два-три тигр. Какая разница? Чего будем делать? Поговори-ка с комбатом, лейтенант. Сосна, Сосна. Я Ольха. Как слышите, прием. Это Ольха? Наконец-то откликнулись. Сейчас с вами будет говорить Орел. Я Ольха, вас понял. Прием. Сообщите, где вы находитесь и где противник. Полковник Дэй. Орел, я Ольха. Нахожусь на окраине села. Обнаружили танки, тигры. Прием. А вас обнаружили? Похоже, что нет. Пока тихо. Прием. Что собираетесь предпринять? Еще не знаю. Прием. Сейчас мы начнем атаковать. Поддержите нас огнем и маневром. Как поняли? Как поняли? Я вас понял. Прием. Советую тебе, Малешкин, не торопись. И действуй больше из-за укрытий. Я вас понял хорошо. Прием. Все. Удачи тебе, Малешкин. Что-то плохо горит. Ничего, разгорится. Танкисты его хорошо уконтрапупили. Смотри-ка, ни одного фрица.
будто повымерли. До второго метров 150. Ага, не больше. Товарищ лейтенант, а вон еще один. Где? Вон, около хат со стогом. Вижу. Молодец, громыхало. Миш, видишь? Ага, набалдашник торчит. Товарищ лейтенант! Что ты орешь? Немцы! Эсэсовцы. Мертвая голова. Тоденкопф. Зашевелились. Началось. По местам, ребята. Готово! Прицел постоянный? На прямой. Понял. Гриша? Да. Учти, на полной скорости выскакиваешь за хату, мотор не глушишь, останавливаешься, сразу включаешь заднюю скорость и ждешь команду назад. Я понял, товарищ лейтенант. Вперед, Чербак. Спокойно, Миша, спокойно, тут нельзя мазать. Ну все, сейчас нам конец. Назад, Чирба! Почему встали? Гусеницу перебило! Хату зацепили! Ну все, теперь мы мишень. Выбираемся забрать личное оружие. Янкин, гранаты не забудь! Ладно. Thank you.
Александрович, что с машиной? С машиной ерунда, гусеницу перебила. Да Мишек погиб. Наводчик. Теленков тоже погиб. Пал смертью храбрых. Как смертью? Вот так, сгорел Пашка вместе с экипажем. Ну давай, Сан Саныч, чинись и за нами. Товарищ полковник, экипаж гвардии младшего лейтенанта Малешкина в бою за село Соколовка подбил 2 тигра. Я видел 3. 1 подбили танкисты. Виноват, продолжайте. Потери. Погиб наводчик. Машина через 20 минут будет готова к бою. Малешкин, а почему вы бежали впереди самоходки? Из-за дыма ничего не было видно. Я и побежал, чтобы... Вот что, Малешкин, врать тоже нужно уметь. Давно на фронте? Первый бой. Понятно. Запишите Малешкина и его экипаж представить к орденам. Товарищ полковник. Слушаю. Десантник Громыхало был с нашим экипажем. Занесите туда же Громыхало. Что еще? Все. Ну, Малешкин, заканчивай со своими делами и догоняй нас. 1 секунд, товарищ полковник. И глаз не успеет моргнуть, как мы догоним. Давай я. Хорошие Мишке земля досталась. Своя. Мягкой, как пух. Поля изрытые лежат. Осиротело смотрят в небо. Уже который год подряд дома хозяин не был, а где-то ждет его весна, птичьи разговоры. Забыла запах хлеба.
моей бы теплого дождя.